На конкурс «Дети читают стихи» Леонид Амплеев, 4 года. Амплеев Сачев, День Победы. Что такое День Победы? Это утренний парад, едут танки, ракеты, маршируют строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют, фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны.